осуждай. Так, друзья, поехали. Поехали. Так, Наташа, вопрос от новичков. Косточки посадили на постоянное место. Закрыли 5-литровыми бутылями. Вверх дном поставили. А как можно вверх дном поставить? А, ну да. 2 посадили на грядку, укрыли от мышей укрывным материалом. Вот вас слышу, будет преть. Значит, дело в чем. Вы создали маленькую теплицу. Так. Маленькую теплицу. И ее будущее непредсказуемо. Вот сейчас подобрать фотографию сложно. В общем, получается так, что рано проснется, если это будет весной. Вы же посадили осенью. Рано проснется. И действительно может пропасть только потому, что она рано проснулась. Вот, тогда надо вовремя убрать этот самый ваш укрывной материал. Зимой, если бы еще... В общем, надо делать так, чтобы там температура не менялась резко. Не было теплицы. Вот это общее пожелание. Так, косточки селекционировал в холодильнике. Весной проще высадила. Один серафим вырос до 2 метров. Поздравляю. Так, выстроили в холодильнике, проросшее высадило. Надо высаживать. Это ошибка, может, вас не касается. Может, вы все проросли. Но те, которые продолжают спать в холодильнике, многие держат аж чуть ли до середины лета. Все ждут. Это страшная ошибка. Пришла пора, садите все. И проросшие, и спящие. Так, Юрий Железов, привет, брат. Шалепа Курган, доброго вечера. Смотритель, здравствуйте. А так, вы мне черенки заказали, я ничего не путаю. Вот так. О, память. Блинова, доброго вечера и здравия. Бухтияров, привет из Казахстана. Московская область, плюс 4. Ливень, только в это время ливня не хватает. Так, Виноградов, здравия. Ирина Полтовец, добрый вечер. Игорь Сафин, здравия. Я выпишу. У меня 2 яблоньки из ваших семян плодоносят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ирина, вы что, шутите? Что значит я выпишу? Я не понял. А вот это понял. У меня 2 яблони из ваших семян плодоносят культурными вкусами. Ирина, ну имейте совесть-то. Надо всю подноготную, надо всю историю развития. В каком году выписали семена? Как они успели, сколько лет надо ждать этого плодоношения, и вдруг у вас еще уже плодоносит, а еще и вкусные. Пожалуйста, всю историю, плюс фотографии. Я надеюсь, вы эти вкусные плоды фотографировали. Но я вас умоляю, это редчайший случай. Я все время говорю, ребята, с удовольствием выписывайте косточки, вишни, сливы, абрикосы, персики. Но только это, если вы не специалист, вы знаете, Инна и все остальные. Мне редко так бывает. И вдруг мне заказали черенки дикой уссурийской груши. Мне заказали черенки сибирских яблонь, правда, культурных. Я уже нарезал. Мне заказали еще что-то дремучее. В общем, получается так. Вишни, да, вишни. Вот эти же самые фактически несъедобные сибирские штамбовые. Вишни. И я думаю, среди нас есть суперспециалисты. Они, эти же вишни, яблони, груши, дикие, привьют на что попало, на что угодно. И пройдет время, и у них будет свой семенной материал, уникален. И этот семенной материал будет уже биологически совместим с тем, что они имеют от меня другое, например, культурное. Но ваш случай особый. Вы пишете. У меня 2 яблони из ваших семян плодоносят крутыми плодами. Ну, пожалуйста, это такая редкость. Настолько редкость, что я даже не советую связываться простым людям, кроме тех, кто относит себя к будущим селекционерам и питомниководам. Вот тем, да, те пускай выписывают хоть дикие груши, хоть дикие яблони. Александр Еремин. Здравствуйте, Валерий Константинович.
Когда я был бестолочным садоводом, это вы про меня тоже. Это мы с вами были бестолочным садоводством. Я следовал указаниям светил садоводства и обрезал яблоньки согласно их совету обрезать все лишние ветки. Из-за этого яблоня с серебряной копытца превратилась в настоящую метлу с тонкими ветками. Теперь не знаю, что с этим помелом делать. Запущена до невозможности. А все, поезд ушел. Ничего не делать. Сама решит. В любой момент остановились, прекратили издеваться. Вот. Больше никаких этих. Хватит того, что вы уже нарезали. Вот. А теперь, конечно, рука чешется. Опять эти тонкие ветки, часть. И мы им показали неполноценно, эту отрезали, эту рану еще больше. И еще гуще будет. Вот посмотрите, для меня праздником было получить вот этот вот материал самом ВКонтакте, где наш друг Сергей Сергеевич высек эту даму, которая влезла со своим этим самым. Чуть не сказал, с каким этим, есть такое выражение, не скажу с чем, но калашный ряд, наш калашный ряд, влез человек, который ничего не понимает в садоводстве вообще. Ее высек Селивошка Сергей Сергеевич, так? Вот. И вы уже теперь не меня, а его, он все-таки грамотнее меня, его послушайте. И с этого момента вы просто прекращаете, уж как не получилась метла, пусть теперь метлой и остается. Дальше можно сделать только еще хуже. Так, снова Инна Ю. Видите, выносит за плодность на третий год от посадки косточками. Лучше очень вкусно. Так что это реальная сказка, выращивание семян до плодоношения. Да, спасибо за такие слова. Все равно я жду от вас историю, как вы получили сладкие. Да, погодите, а где вы брали? Из ваших семян. Ой, я сразу не обратил. Из ваших семян. А что же я выслал-то? Не помните? Обычно я люблю высылать мелбу. Я уж точно знаю, дикаря не будет. И зимних я люблю высылать. Вот эти. Когда смотришь на такое яблоко 500 грамм, думаешь, елки-палки. Ну не может же это самое. Права быть это же самое. Ольга Исакова и вырастет это. Дичок. Ну не может быть. Когда смотришь на вот это. Здравствуйте всем. В Кирове плюс 3 и снег с дождем. Валерка, получили шикарную посылку, а то от души радует. Погодите, погодите, вы сейчас это посылки. Ваша головная боль начинается. Знаете, я интересно, один москвич, вот, вряд ли он, скорее всего, отошел от этих дел. У него там я целое, ради него создал целую серию 5 фильмов. Там близко грунтовые воды, глинистая почва. Я так старался, они нужны всем, но я конкретному человеку адресовал, я так хотел, чтобы у него получился, а он хотел не просто сад, а лучший сад в Москве. Остается только одно, теперь под него, вот вы говорите, шикарную посылку. Изучить эти 5 фильмов, а я писал, что он попался, что он сам медик, а это самое, садоводство это диагноз, что теперь у него спокойной жизни не будет. Я немножко ерничал, я знал, что это самое, я сделал 5 великолепных фильмов получасовых. Я так считаю, что это все для как раз для грунтовых вод. Такая особая работа, особая. Вот. Они есть частично у меня на сайте, а если кому надо, могу выслать. Вот. Эти 5 фильмов. Они есть в Ютубе, они есть на моем канале, вот эти 5 фильмов. Но самое интересное, я для него так старался, что вот теперь мы с ним возьмем, а это те же самые кости, 20-25 этих самых рублей, там подбой, привой. Вот. Я так старался. А после этого он взял и замолчал. Мне вот это, я думал, ну теперь уж точно у него будет лучший сад там 20 или сколько соток. Вот, если все это посадить, а он так хотел лучший сад в Москве. А это запросто, даже при том, что у него и грунтоводы близко, и это. А я уже говорю, запасной вариант это прививка абрикосов на сливы. Вот. Даже груши на яблони. Вот не пойдет груши, у них стержневой корень. Давай на яблони. Можно. И у меня есть такие фотографии, и у меня такие, и у других есть.
И у нашего волшебника, у Макарова Алексея Ивановича, у него эти груши на яблони, яблони на груши. Где не пойдет черешня, потому что это черешня, уже на вишню, а вишни корни уже вот такие, вот, сливы, абрикосы на сливах. Но немножко придется постараться. Почему? Нет начала. Каждый раз приходится начинать с нуля. То есть вы захотели там, а я вам раз приведу на сливу. Но это будет первое поколение. А хорошо бы, чтобы оно было восьмое. А до вас там никто вашим краеведением не занимался. Ну, короче, видимо, он посмотрел, послушал меня и сказал себе. Не, мне вообще не готовое. Скорее всего, так. А где он готов возьмет абрикосы, приведет на сливу, чтобы она выдержала 2 метра до воды? А? Видите, как все сложно. Так что, может, он правильно делал, что исчез из моей жизни и не стал ничего заказывать.